Акция «Таза Казахстан» продолжается и в Шымкенте. К ней с каждым днем присоединяется все больше и больше неравнодушных людей. От мусора очистили берег реки Бадам. Катерина Попкова расскажет. Река Бадам – одна из крупных водных артерий Шымкента. Это любимое место отдыха многих горожан. Но у популярности есть другая сторона. На берегу скапливается много мусора. Активисты и неравнодушные жители навели здесь порядок. Мир будет чистым, если каждый будет поддерживать чистоту вокруг себя. Главное – не стоять в стороне. За несколько часов берег преобразился. Исчезли мусорные кучи, пластиковые бутылки и прочие отходы. Активисты говорят, важно помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Экологическая акция «Таза Казахстан» не ограничилась одной уборкой прибрежной территории. С начала апреля в районе очистили больше 1200 улиц, а также 130 километров арыков и каналов. Жители принимают самое активное участие. Шымкентцы навели порядок и на аллее Астана, а также в парках и скверах. Многолюдно было и на улице Сайрамская. Здесь подстригали газоны и обновляли скамейки. Генеральная уборка развернулась и у мемориального комплекса «Касрет». В ходе акции были проведены ряд работ. Покраска скамеек, побелка деревьев, покраска железной клетки, которая является олицетворением скорби репрессированных. Молодежь, госслужащие, работники различных предприятий, пенсионеры приняли сегодня участие в подготовке Шымкента к летнему периоду. Организаторы массового выхода горожан на уборку мегаполиса отмечают, что шымкентцы активно присоединяются к экологической акции, поэтому очистка улиц продолжится. Катерина Попкова, Шымкент, 24 KZ.